была рассмотрена, к сожалению, в ее удовлетворении было отказано. Прокурор возражал против удовлетворения жалобы. Доводы наши касались того, что нарушения, если имели место, то носили формальный характер. И мы представили документы, подтверждающие, с какой целью Тепин выезжал за пределы Саратова. Однако суд отказал нам в приобщении их к материалам дела. Также мы обосновали свою позицию относительно того, что закон говорит о том, что в случае нарушения меры пресечения она изменяется на более строгую, но в данной ситуации более строгие меры пресечения были, не рассматривались, более строгие, но менее тяжкие, чем заключение по страже, они даже не рассматривались. Это такие, как залог, это такие, как запрет на совершение определенных действий и такая мера пресечения, как домашний арест. У суда были все основания выбрать одну из этих мер пресечения, но почему-то было избрано заключение под стражу. Почему, нам не ясно, поскольку в данной ситуации это не оглашалось. Ну, получим постановление суда, узнаем, и я полагаю, что наверняка пойдем с кассационным обжалованием.